Всем привет! Вы на канале «Вкусно, просто и бюджетно». Когда вечером хочется попить чай, а к чаю нет ничего сладенького, можно на быструю руку приготовить такое печенье. Оно готовится просто и быстро, и из доступных продуктов. Для этого нам понадобится муки 350 грамм, сахара 3 столовые ложки, соли пол чайной ложки, сметаны 2 столовые ложки, яйцо 1, разрыхлитель, ванилин, орешки, это по желанию, сливочное масло 200 грамм и цедра 1 лимона. Муку я просеяла через сито и добавляю в него разрыхлитель. Добавляю 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли. Орехи у меня арахис поджаренные, измельченные в блендере, но это по желанию. Также пол чайной ложки ванилина. Сливочное масло я достала из морозилки, оно у меня постояло минут 10. И я его теперь натираю на мелкой терке, обмакивая в муку. Вместо сливочного масла можно использовать маргарин. Затем рукой хорошенечко перетираю всю эту массу, чтобы не было комочков. Добавляю 1 яйцо и выкладываю 2 столовые ложки, полные с горкой сметаны. Затем хорошенечко вымешиваю. Цедру лимона я натерла на мелкой терке, тоже добавляю его в тесто и хорошенечко вымешиваем, собирая все тесто в комочек. Сразу муку я всю не выкладывала, оставила 2 столовые ложки, чтобы затем посыпать рабочую поверхность. Пересеяв через сито, я выкладываю на нее наше тесто. И продолжаю уже вымешивать его на столе. Вот такое мягенькое оно получается. Посыпаем мукой и раскатываем скалкой в пласт толщиной в 0,5 сантиметра. Затем притрушиваем сахаром и скалкой хорошо вдавливаем сахар в тесто. Я не использовала никакие формочки для нарезки теста, просто нарезала на широкие полоски в 2 сантиметра и вырезала треугольнички. И выкладываю на листик, застеленный пергаментом. Пергамент я ничем не смазывала. Затем отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут. Вот такое печенье у нас получается. Оно очень вкусное, с ореховым вкусом и ароматом лимона и ванили. Как раз на те случаи, когда нужно быстренько что-то приготовить к чаю. Вот такое оно внутри. Очень вкусное и красивое, от лимонной цедры оно желтенькое. Всем рекомендую приготовить. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.